Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня продолжаем играть в Ultimate Admiral Age of Steel на максимальной сложности. И сегодня у нас будет сухопутная миссия, если только денег на нее хватит. Давайте посмотрим. Значит, вот что нас ожидает. Шторм на реке Челси. Пятница, 8 декабря 1775 года. В мае 1775 года, когда мы вывозили скот и сено с острова Нодл к востоку от Бостона, британцы высадили морпехов и отвезли наших людей на восток. Мы остановили наступление морпехов в Крукет-Крик и заставили их отступить вглубь страны. Тем временем на северном побережье реки Челси наше ополчение подожгло HMS Диана. HMS это корабль. Британские морские пехотинцы при поддержке лоялистов остались на острове для обеспечения летнего урожая, скота и кормов. Мы должны забрать наши припасы до того, как их эвакуируют англичане. Вам приказано высадиться на южном берегу острова и продвигать свою армию незамеченными. Вы начнете внезапное нападение на морпехов и их местных сторонников. Местное ополчение, как ожидается, присоединится к вашей армии. Так... Мы можем три корабля высадить, я так понимаю, транспортных. Хотя вот тут вот написано 0 из 80. Это лимит пехоты или нет? Давайте попробуем. Так, значит, у нас хоть один транспорт остался. Нет, не остался. Необходим ремонт. Ага, отремонтировать. Ну, 185 по-божески. А, и у нас еще есть, смотрите, у нас есть уже... Бойцы, так, команда, вот офицер со звездочкой, как мне в комментариях писали. Так, вот этого хрена надо выгнать отсюда, и вот этого надо выгнать со звездочкой. Не со звездочкой, с этим, с ленточкой, ё-моё. Так, сейчас попробуем, значит. Как я там в тот раз выяснял-то? Фузелиры. Может тоже набрать ополченцев, сколько они стоят? Перегрузка. Ладно, перегрузка, вопрос другой. Так, 150 этих стоит 2500, а вот этих 4. Даже и не знаю. В прошлый раз я набрал нормальных солдат и их всех расфигачили. Так что я не очень-то горю желанием опять сливать кучу денег на пехоту, которую сейчас положат. С другой стороны, пехоты много и не высадить. Так. Вот этого давайте, наверное, возьмем. 6 сотен, да, ёшкин кот. Давайте кадета возьмем. Кадета. Зато кадет уже точно сухопутный. Так, не хватает оружия. Ёшки-моёшки. Есть же, было же много на складе всего. Всего же было навалом. Когда-то. Ну вот, смотрите, морская версия. Морской, морской. Ну, он, наверное, просто облегченный какой-то, морская версия. Давайте возьмем морскую версию. И 2 по 100, по 180, по-моему, можно было вместить. Раз. И вторую возьмем, такую же. Так, младший лейтенант, кадет. 2 кадета. И вот это. Ну, давайте возьмем кадета. Так, и еще 180. Даже 190. Не звони власть, 190 влазит, да? Ну, давайте возьмем тогда младшего лейтенанта здесь. 6000. Так, а что с оружием? Фузия. Эффективность. Ну, фузия, даже если по цене смотреть, да, как и в генералах, чем дороже, тем ловче. Рукопашный будем избегать. А, вообще штук нет. Вот, смотрите, хорошая штука. И по эффективности перезарядка не очень, правда. Что там, 22, 130, не хватает, не хватает. Ну вот эту и возьмем тогда. Тогда еще раз проверим, тут нету штыков, что ли, совсем у нас.
180 нам надо таких. Нет, совсем без штыка уж тоже сомнительно. Так их и в магазине больше нету. Ладно, у младшего лейтенанта будет, значит, оснащение получше. Ну, ладно, какая-то рукопашная есть здесь, хотя, конечно, со штыком было бы посерьезней. Ну, будем, значит, аккуратно кадетам рулить. И теперь давайте проверим, можно ли высадить больше, чем 80 бойцов на карте на этой. Свои мы собрали. Так, а это у нас капитан корабля, да? Зачем нам капитан корабля, который... Вот настоящий капитан. Команда неполная вообще. Все. Капитан, и тут два рукопашных, в смысле сухопутных. Так, но тут у них уже нету ленточек. А, нет, есть ленточка. И тут есть ленточка. Все, отличный корабль собрали. Давайте смотреть. Так. Не так. Там вообще три кружочка, как будто на три корабля. Но почему-то люди написано 0 из 80. Ну, сейчас подгрузится еще не сама битва. А мы же еще должны выбрать. Вот, и вот сейчас посмотрим, что тут по поводу высадки. Так, 390. А, ну я думаю, что зелененькая одна, значит сухопутный один только можно. Но можно еще высадить за каким-то военные корабли. Ну, может, с моря фигачить. Давайте 2 по 26 тогда. Либо можно еще команду, наверное, сухопутную высадить сюда и фигачить. А, ну вот, да, сухопутное морское. Подкрепление-то крепления нету. Ну, давайте. Посмотрим. Так, наша армия смогла избежать обнаружения британцами и готова начать атаку. Еда и корма хранятся на фермах здесь. И здесь. Мы ожидаем, что лоялисты будут защищать эти припасы. На этой позиции также находится британский лагерь. По нашим данным, там размещено не более 3-4 небольших отрядов морской пехоты и несколько орудий. Но орудия здесь адские. У нас есть подкрепление, прибывающее с острова Хок, но им нужно время, чтобы добраться на нас. Мы не можем ждать подкрепления, мы должны действовать до прибытия британского подкрепления, которое будет защищать свою добычу. Действовать быстро и надеяться, что наши подкрепления прибудут. Удачи, капитан. Так, давайте паузу нажмем, хоть осмотримся, а то они ломятся так, без остановки. Так, значит, вот здесь захватить и вот здесь захватить. Вражеский корабль. Наши корабли нифига не появились, не знаю, зачем я их ставил. Хотя, возможно, вот эта вот команда с этих кораблей как раз вылезла. Да, вот смотрите, это мой персонаж, 100 солдат. Так, 50. Да, вот эти вот якоря, это наши корабли из наших тех. А вот эти наши 180 и 190, да. Так, ну и ополченцы. Раз, два, три, четыре. Значит, в авангарде у нас идет ополчение с пушкой. Так, ну, карты, конечно, преобразились. После генералов тут, конечно, сильно все. Ладно, не будем про генералов. Значит, ополчение. Раз, два, три, четыре. Наши бите кадет и наш лейтенант. И вот эти наши морские парни. Так, ну давайте, если мы идем сюда, да, пушку вот здесь вот выставим, она сможет отсюда долбать по прямой. Ополченцы, выходите через лес.
Так, сюда. Сюда. Дальше, значит, вы двое. А перед пушкой, наверное, становиться уже нельзя, да, теперь, как раньше-то можно было? Теперь же пушка может ударить. Значит, прикрывай арту. Ты отсюда. Ты отсюда. Чтобы никто на нее не набежал. И морские чуваки пока... Объединить отряды. До 3 отрядов в общей сложности до 320 человек в единое целое. Так, в ближнем бою и с меньшей вероятностью разбежится. 320. Ну-ка, давайте все в одну. Соберем вас? Или что, или не будем? Ладно, фиг с нами. Давайте просто вот здесь где-нибудь выстроитесь за артой. Хотя даже, наверное, нет. Давайте идите в обход вон туда. Сейчас тут завяжем бой где-нибудь на подступах к городу. А обойдем с той стороны, посмотрим. Погнали. Это что за грибы появились тут? Это кусты подгрузились. Да, кустики такие. Появляются просто они постепенно. Так, пушка наша приехала. Две наших пушки. Все, развернули. И будем по прямой отсюда фигарить. А подкрепление вон там приедет, да? Значит, нам надо пробежать, успеть вот этот лагерь разнести до того, как приедет тот корабль. А ему вот так вот, значит, надо плыть. Так, есть контакт у нас. Атакуй. А, давай, давай, вперед за ним. Так, вот еще контакт есть. Оп, и еще контакт. Стойте. Теперь уже не ходите вперед. Теперь остановитесь. Там 180, 180, и они сидят в домах. А, ну тут не дома, тут какие-то эти. За заборами. А, ну пушка навелась уже, отлично. А, значит, вот этот отряд надо на 40 сначала выловить, уничтожить, чтобы он не шарился у нас тут. А, так, вот эти наши парни. Так, дайте я вам циферку привяжу. Тут же можно было, нет? Shift 1. Да, Shift 1, красота, циферка, конечно, можно говорить. Так, отходите сильнее тогда, чтобы здесь не попасть. Так, а можно вообще вот так вот? Нет, так вот нельзя. Думал, как единичный отряд пошире зайти, чтобы не попали под обстрел. Пол. Ты теперь давай уходить туда тоже. Ты не... Так, ну и наши эти ходят. Ты давай сильнее заход. Ты сильнее заход. Ты, наверное, тоже смещайся, чтобы не попасть под огонь вот этих укрепленных Шелтона и Гастингса. Опа. Возвращайся. Стой, 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 стой. Отходи, чтобы в спину не начали тебе лупить. Давайте вот этого чувака теперь окружать. Не пойму, попал, не попал в него? Где вообще звук-то? Так, ну... Так, вот здесь тоже укреплено все это дело. Так что тоже надо теперь еще сильнее забирать. И обходить с фланга. А, ну вот, двух есть. Так, ну ты уже с одной целью определись какой-нибудь. Лупи и лупи. Ну-ка. Пошел огонь. Преследуем, преследуем его, ребята. Так, вот вылез этот ракет. Единичку давайте разворачивать сюда. А ты задержи его.
фигачит, фигачит. Так, на укрепление мне пока неохота нападать. Да и потом мне не будет охота нападать на укрепление. Мне на укрепление никогда неохота. Так, Бити, стой, не высовывайся. Ждем, пока пушка будет их толбать. Но смотрите, как пушка вваливает. Вон уже пораскидала. Встают, еще живы. Так, вон наши припасики, да? Давайте туда сильнее попробуем зайти. Уж не знаю, что там нас ждет. Так, вы долбите по нему? Давайте долбите шустрее по нему. На фланг. Окружай. 32 человека, 31 уже. Пушка долбит, этот стоит, охраняет пушку, если кто-то ломанется на нее. А, тут звук громче, чем ближе к полю боя, тем громче звук. Вон как. Да, вот я отдвинулся, вообще ничего не слышно. Понятно. Ну, тоже хорошо. Здесь, походу, никто не охраняет, да? Или мне кажется так? Ну, только вот эти домики укреплены, походу. Так, этот убежал, что ли? Давайте за ним. Значит, придется все-таки их выбивать отсюда, из этих укреплений. Что не очень мне нравится. Но варианта нет. Так, а второе место вот там, да? И лагерь еще. Ну, давайте. Ага, вот эти бегут мужики, которых 34. 33 их уже. Так, ну они и наших постреливают. Значит, придется все-таки воевать с укрепленными частями. Я-то думал... ...99. Все, захватили уже, что ли, нет? Просто припасик отожрали один. Давайте. Так, но если нам все равно с ними воевать, давайте вон туда выйдем, чтобы к укреплению подошло своими отрядами. Этого сейчас с трех сторон прибьем, ну и этих тыла будем фигачить по ходу дела, да? Ты в укрытие? Да, ты в укрытие. Ты тоже в укрытие. Давай, Бити, возвращайся. Нам надо их долбать полюбас. Так, ты тогда обойди вот отсюда и начни стрелять по ним. Угу, тут тоже сидят. Ой, бегом. Ой, неудачно. Неудачно перебежал. Попал под стрельбу. Пушечка, давай активней, давай, давай активней. 54 вообще-то нарубило уже. Не такие, конечно, пока массовые сражения тут. Может, будет больше, может, не будет. Так, ну корабль уже скоро приплывет, и значит, он выдаст подкреплений. Подкреплений, значит, он выдаст. Так, ну давай полк сюда. Выбили, смотрите-ка, одного выбили. Давай второго тогда. Паника, да, отлично. Давай, выходи сюда и лови. Ой-ой-ой, тебе в спину забегают. Бегом туда, давайте вот этого лупите. И, ну, они тоже такие не очень-то борцуны серьезные, поэтому выбиваются. Так, давай вот этого паникера. Паникера. Этого угнал, угнали, что ли, убили.
пушечку давай поближе по нему. Так, а ты беги сюда, чтобы он на пушечку не напал. Так, а тут какие-то крепкие парни сидят. Не хотят сдаваться. Здесь мы уже кого-то подокружили с четырех сторон, да? Трех. И раздаем. И еще вот сейчас подведем еще одного бойца. Бейте давай в тылы. Эти бегут. Опять не догнать их. Тут идет перестрелка. Да, парням неудачно. Они встали посреди улицы и получают со всех сторон. Давай. Я, конечно, и мне урон тоже какой-никакой наносит. Так, ну Пол и Дэвис, гоните до конца его. Пушка, давай выбивай вот этих. Они не хотят паниковать и сдаваться. Ты стреляешь? Стреляешь. Есть. Давайте посмотрим, как пушка прилетает, ядра. Покрутить картой. Сейчас как-то ядро дождемся. Опа, лоялист сдался. Ладно, не дождемся мы ядро. А, кто-то сдался. Ага, сдался вот этот. А, смотрите, как интересно. Тут они сдаются даже без, без рукопашного. Давай тогда все нападаем на вот этого мужика. Этих еще двух. Давайте всех прям возьмем. Будем долбать его. Так, а эти загоняйте Шелтона до конца. Все-таки пушка. А, сейчас как раз перезарядка закончится. Давайте посмотрим все-таки этот момент. Раз можно подзумить так. Раз они постарались с графикой. Давайте. О, смотрите, красота, да, прилетает как. Конечно, палево. Все ломанулись. Все. Так, захвачен. Захвачен. Ну, сейчас вот этого прибьем. Истощен кто-то уже. Так, пленного оставим здесь. И, мне кажется, еще кто-то убежал туда вниз. Или нет? Нет, вот один. Вон второй. Так, ну, надо быстрее их. Нет патронов. А в этот раз нет припасов? Как нет патронов-то? Вот еще... А, понятно, нет совсем. Сотку успела набить наша артиллерия. Так, этот скрылся куда-то, гаденыш. Ищите, ищите, а то он вернется потом за нами. А вот, смотрите, вернулся еще гаденыш за нами. Давай, 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 скорее по нему. А то он сейчас освободит пленных. Пленные валить отсюда нафиг. Ладно, пойдемте на вторую точку. Пленных оставим. А как нет патронов? Мы склад целый захватили. Давай, арта, вон, на склад гони. Значит, двое сюда, вдогонку за этим. Двое сюда, вдогонку за тем. Остальные собрались и пошли на... Ну, вот этого будет перебить для начала. И на вторую позицию найдем. Так, у нас что там, таймер? Таймер еще. Ну, мы сейчас этого прибьем. Я надеюсь. Давайте за ним, ребята. Давайте вторую скорость. Это все, по-моему, медленнее еще стало, чем было. Не могу найти. Ага, вот он. Теперь давайте на первую. Так, вот он первый. Отошел, да? А вот он второй. Разбитые стрелки. Все, вот с этими стрелками разобрались. Отлично. Пушка, ты снабжение взяла? Взяла. Все, вот этих всех собираем. Минус ты. И идем. Вот туда идем. Ко второй позиции. Пока наши все основные силы идут. Так, ты давай бегом. Заходи на фланг. Вы там.
Так, он бежит опять, да? Ну, бегите тоже за ним тогда. Давай, на опушку выходи, там поле, он будет виден. Можно будет стрелять. Кэрри наш получает. Несмотря на то, что... В панику загнали врага, истощен. Все, бег выключается. Все равно враг отстреливается. Так, давайте, может, третий отряд докинем все-таки назад немножко. Давай, бегом, отойди. А то Кэрри получает. Так, паника у него началась. Давайте, в рукопашную. Мюррей, рукопашного. Мюррей устал, да? Да, Мюррей устал. Ладно, продвигайся тогда вперед. Сейчас мы его перехватим с этой стороны. И уничтожим. Нижний отрядик, где там? Вот он. Ну, как раз мы его тут и ждем. Давай, 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 давай. Из леса, из укрытия. Блин, как карта-то? А, вот как карта-то. Ты долбай, а ты обойди его чуть-чуть сбоку. Так, наши основные силы подходят к второй позиции, да? Ну, давайте не будем гнать вперед наших воинов, а возьмем... Так, первый склад был захвачен. Нам нужно двигаться вперед без задержек. Но мы уже тут. Мы уже тут. Что? Так, есть контакт. Отходим. А куда вы ломанулись назад? Еще не понял. Что, блин, происходит? Пушка, выкатывайся. Соберитесь, эй, парни. Тут начали ломиться назад зачем-то. Так, перед пушкой не становить. Сюда. Так, этих ловим. Все еще ловим. Ай. Куда они убежали уже куда-то опять, да? Ну, ловите, ловите. Припасики. Так, припасики теперь можно выгружать. Этот тоже поломился в ту сторону. Хотя у нас еще тут отряд недобитый. Вот, и вот еще недобитый отряд нашелся. И это не тот. Понятно. Так, иди атакуй его тогда. И ты иди сюда тоже. 134. Так, а ты уматывай. Ах ты, зараза, вот он. Давай вот так. Ты вот так. Еще один. За забором выстраивайся. Арта. К бою. Обходим. И вот так тоже попробуем встать по флангу. Куда вы опять побежали? Ты что за идиотизм? Стойте просто тут. А, ты-то возвращаешься. Все, я понял. Он пытается наш суплай угнать, да? Атака с тыла. Да, он догнал наш суплай и стреляет по нему. А, не знаю, куда делся тот. Повели назад. Все, иди сюда, иди туда. Тут что у нас? Начался замес? Не начался. Пушка. А ты что, все никак не развернешься? Разворачивайся и стреляй по нему. Заходим на фланг. Ну, давайте, может, быстренько перебросим в тыл ему вообще еще отряд. Так, приехал суплай, значит, следом где-то крадется враг. Так, враг пропал, никто опять не может двигаться. Эти идут. Так, ну, пушка, что забита-то с тобой, я не пойму. Тебя что, вручную развернуть надо? Ну, это уж крайности уж совсем. При генералах-то пушка разворачивается, когда видит, что враг немножко в другом месте находится. А тут надо ее вручную развернуть. Тут дебилизм какой-то. Так, а вот и вражина, которого мы пытаемся догнать, поймать. Огонь. Ну, в принципе, все. Эти уже на панике и уже отступают.
Я даже не успел еще... А, нет, успел один раз из пушки выстрелить. Так, ну теперь давайте по вот этим. Можешь по вот этим развернуться сама? Может. А чё ж тогда? Давай тогда вот из этого леса напади. Давай добежим тем долбанем. И давайте двигаться ко второму складу. Потихоньку посмотрим. Конечно, такие маленькие отрядки мне не очень доставляют. Это не в генералах там, где 70... Сколько там? 100 тысяч на 30 тысяч, да? Тут-то откровенно мало юнитов. Ну, юнитов не то, что мало юнитов. Армии децами. Все, ладно, он уходит совсем. Некуда поделиться. Идем за вторым складом. Ты вышел, обойди тот край. Ага, а это уже морская пехота противника. Так, пушка, разворачивайся. Те страшнее, мужики. Этих отогнали. Все, вперед на помощь против морской пехоты. Мне, конечно, бы разобраться с вот этой бригадой, которая в тылу тут шарится. Но... Так, и те там возвращаются тоже. Давай, командир, на этих нападай тогда. Это бегают по всей карте, как эти. Так, а еще двое там шли. А, вот еще двое шли. И вот они кого-то тут нашли. Давай за ним тогда, а ты возвращайся совсем. Так, ну и ты тоже тогда туда иди. Здесь его перехватим. Пушка. Не достреливаешь. Очень жаль. Так, командир, давай здесь лупи. А, все, дострелили. О, смотрите. Ох, деревья падают. Солдат раскидывает. Ой-ой, да, много-много. Давай вам чуть-чуть подтянись. И открывай залп. Гони этих, а ты иди сюда. Не вылазь из укрытия. Там еще один, да? Ну, вот так вот как мы встанем сейчас. Ты ловил кого-то, да? Не догнал. Ты все еще кого-то гонишь. Командир потерял восьмерых, но отбил. Кадет ранен. Ранен наш кадет. К сожалению, но... Давай заходить сюда. Преследуй лучше, наверное. Да, так, а ты тогда заходи сюда на фланг. Артиллерию давайте вытащим на дорогу, чтобы ей было получше долбать врага. Этого тоже вытащим на фланг. Бить и бегом давай, долго идешь очень. О, догнали. Видно больше лоялистов. Плохо. А, вот, смотрите, да, вылезла какая-то... Ох ты, Нурый, давай скорее арту прикрывай. Бегом, бегом, бегом. Так, атака с фланга. Ох ты, да, тебе тут подкрались. Куда ты ломанулся? Стреляй просто. А ты что не развернешься, чучундр? Так, через горки я не могу, что ли, пройти? Могу. Так, тоже бегом. Сейчас вот эту 90 армию побьем. Ой, ну много что-то, совсем много-то. Так, этого перехватили. Этого идем на перехват. С этим зацепились. Ой, блин. С этим придется сейчас зацепляться. Одного отогнали. Так, арта, работаешь? 57. Ну, 57, ладно, сейчас. Уже выбьем его. Так, это наш, да? Патриоты спешат нам на помощь. Подкрепление. Идут подкрепления, вот они. Они выходят вон оттуда. Так, ну, туда погоним, в город. Давайте, сейчас их, конечно, будут отстреливать корабль. Но давайте вон туда, патриоты. Давайте по дороге только, чтобы быстрее было. Вот туда. Надеюсь, еще патриоты появятся, а то маловато как-то. Так, это потерял, конечно, много, столкнувшись с флангом.
Давай за Лукасом добьют, я надеюсь, они на пару-то его. Так, 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 выходи, выходи, все, 26 осталось. А кем тебя заменить-то? Ну вот, давай Мюррей подойдет вместо тебя. Иди, стой рядом с Артой на охране. Если опять где-нибудь всплывет из леса какая-нибудь морда. Так, здесь никого не видать, давай тоже вперед. А ты гонишь этого до конца, да? Ну, гони его. Да, есть вон еще патриоты. Три бригады. Давайте, бегом. Три бригады. Ну, смотрите, картинка. Раненый юнит. А, это пленный, понятно. Ой-ой-ой, уходи. Ты сейчас попадешь тут в окружение. Этого отогнали. Давайте попробуем напасть здесь. Есть. Станем, будем его ждать в этих полях. Где-то тут... А, вот он вернулся уже, зараза. Так, Мюррей, иди и добей его там. Ну, реально, мне не хватает прям бойцов. Одного выбили, да? Выбили. А вот еще и не все. Так, туда, туда. Опять это кто-то пришел из нижних, что ли? Я не пойму. Которые по всей карте бегают. Так, тут где-то синяя точка. А, ну это этот. Все, паника, отогнали его. Давай долбать этого тогда. Окружаем мы Гастингса. Хотя и фланги наши будут сейчас подставлены. Так, Кэбл, давай тоже тогда вот сюда. Под деревом прячься. Все, да, Гастингсу вдарили. Пушка работает. Мюррей. Мюррей, возвращайся, потому что пока ты дойдешь, этот уже убежал куда-то. Вражина, где бы он ни был. Так, пушка, давай вот по вот этому лупи, которого мы пытаемся выбить. Там отогнали. Давай сюда. Сюда. Все, стой ближе, не ходи. 111. Ты никого не догнал тут, да? Ну, возвращайся тогда. Патриоты, бегом. А то пока вы дойдете, мы перебьем всех врагов. Тут без вас. И мы несем потери. Так, давайте Лукаса, что он тут себе возомнил. А, ты с Гастингсом там все разбираешься. 29. Давайте, два хороших залпа. Мюррей сейчас займет вот здесь дырку в линии. Есть, пошел залп. 21. Кэббл, все, разворачивайся, чтобы не получать. Мюррей тоже в укрытие. Так, тут уже 91. Ну-ка, пушка, блин, опять крадется. Да что к тебе? Пушка, дай вон туда залп. Тут никого не осталось, что ли, да? Давай, потому что там 70. Бегом. Ой-ой-ой-ой, так. Уходи, уходи. Ну, сейчас еще кто-то, да, должен подойти? Или нет? Да, Пауль. Давай сюда, бегом. Форум становись. Все, есть, паника началась. Но ненадолго, потому что тут еще один крадется. Блин, вот они разбежались туда куда-то по углам, по всей карте. Атака с тыла. Да. Бегом. Нет уже сил бегать. Расползлись по всей карте. Я их не догнал. Сейчас они вылазят, как тараканы там из разных щелей. Все, не ходи за тем тараканом. Лупи вот этого. И вот вылазит с разных углов. О, арта вражеская, нападай. Здесь мы выбили уже, кстати, противника. Так, далее залп он отступил. Так, ты вон спрячься вообще туда.
Ай, ты встань где-нибудь охранять тут. Догнал. Припасы. Давай маленький бригадку стрелков и обходим ее с разных сторон, чтобы она не могла так. Ай-яй-яй, стрелки. Вот отсюда давай. Вот отсюда, а ты вот оттуда. А ты в панику сразу впал. Так, у нас кончились боеприпасы. А они, смотрите, по воде прямо бегут там. 120, ё-моё. Кэббл, давай туда. Отступай. Отступай. Кэббл на перехват. Арта. Кадет ранен. Бити, стрелки разбитые. Да, стрелки бити. Но их было очень немного. И одним залпом их снесли. Так, подходят. Подходят патриоты. Дэвид вперед. Мюррей вперед. Кэрри, отступай вообще в город там. Беги до самого конца. Ты тоже отступай в город, держитесь там. Кэббл, бей по флангу. Мюррей, бей в спину. Артиллерия. Выбивай этих. Так, моя, обходи здесь. Моя, обходи здесь. Так, а ты ломись вон туда. Битя, 80 бойцов. Давай тоже еще повоюешь. Ты уходи в город, будешь помогать там. Так, ты этих все не догнал, что ли? 20 человек. Вон туда давай. Командер, давай тоже. Подходи. А, давай вот этого сначала снесем. Потом пойдем туда. Бегом, бегом, все бегом. Нет патронов. Где припасы? Ведем припасы. Нет патронов. Ну, не прям уж нет. Еще чуть-чуть-то есть. Так. Кого тут перебросить-то поблизости? Ты уже бежишь туда. Ты что стоишь? Тоже нападай, отгоняй и беги на помощь. Так, есть арта. Давай. Рукопашную на арту. Подходи в тылы. Припасы подходят. Так, ну они там тоже... Ох ты, убит. Пехота моя. Моя пехота уничтожена. Есть паника. Пушки захватите как-то. Как-то пушки. Гоните, гоните их отсюда нафиг. Мюррей отступает. Так, ты давай туда аккуратно в город прячься. И второго зажимают моего. Но это регулярная какая-то часть, видите, напала и расшугала. Есть, захватил я вражескую арту. Давай, лупи сразу, не думай. Ты беги, беги, отступай. Здесь добили. Все, склад захвачен. Боеприпасы теперь у нас есть. Артиллерия, работай. Ты давай тоже работай сюда. А что ты все в рукопашную-то носишься? Упоротый. Кэббл, давай, подойди туда, потому что они... своей рукопашной. И тут они бегут опять, да? И там они, и тут они. Атака с фланга. Вот я колмане. Все, сиди в лесу. Так, ты бежишь, я надеюсь. Бегом, дабл квик. Лупи, лупи. Отбили. Отбили того. Разворачиваемся. Огонь по своим. Так, кто там? А, пушка, наверное, да? Дальше стреляй. Сюда не стреляй. Здесь мы сейчас их обходим. Ты разверни. Чем-то с фланга кто умудряет тебя стрелять? Так, опять эти подходят куда-то сбоку. Недобитки старые. Так, и тут на нас бегут, да? Укрепляемся перед забором. Ждем их.
55. Так, а ты спиной стоишь к ним, что это? Чё? Такой, атакуй, все. И ты атакуй. Там зажали нашего, но мы туда никак не поспеем. Наши припасы атакуют теперь. Арта, фигач. Есть, одного выбили. Давай второго во фланг. Давай прям в рукопашить его. Всех отогнали двух. Выходим вперед. Вот за забор. Так, на пушку напали. Неким прикрыть-то ее. Сейчас Адамс, может, поможет. Есть, выбили еще одного. Адамс, соберись скорее и дай по вражине. Есть, этого согнали. Отлично. Так, ну, пушки, паника началась, естественно. А, пушка уничтожена. А, стрелки просто вышли. Вот в чем дело. Отряды стрелков могут занимать артиллерию. Как бы сейчас их отряды не занялись артиллерию. Так. Ладно, сейчас. Тут завязал с собой Адамс. Соберись уже, сколько можно-то. Бегут стрелки. Давай, 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 вырубай их, пока они не в пушку. Значит, в пушку бегут. Бегом тоже, бегом. Стреляй. Ты по этим стреляй. Ты по этим стреляй. Так, атака с тыла. Атака с тыла, я так подозреваю. Надо пойти посмотреть, кто там с тыла атакует. Я бы назвал это корабль. Так, опять. О, отлично, пушка разнесла отряд очередного недобитка, который подкрался к нам тут. Так, ну и сейчас она сможет вдарить. Так, арта уничтожена, да, теперь совсем? А, нет, не уничтожена. Давай сюда тогда ее опять захватывай. Мы тебя прикроем в этот раз. Получше. 46. 44, 49. Лейлис сдался. Ага, Шелтон. Шелтон сдался, отлично. Давайте вот эту 60-ку. Бери арту. И прям вот, вот этих парней, которые сейчас 54, да, их можно выбить. Да, так, эти подкрадываются, да? Ну давайте по флангам. Бей по флангам. Мэтьюс, всплывай. Ушел там куда-то под воду. Атака с тыла. Я все-таки думаю, это корабль где-то стреляет. Так, ты по 67, ты по 67. Есть, этого прищучили, пока он уходит. Давай вот этого, 24. Кэббл, вернись. Артиллерия, вернись. Отогнали его, но не уничтожили. Я надеялся, его артиллерия совсем прибьет, но не вышло. Давай вот этого тогда окружим со всех сторон. Гони, гони их вообще отсюда нафиг. Так, этот пока никак не соберется с силами. Бить и давай. Ну, в принципе, осталось-то в городе два, остальные паникеры бегут, так что им можно навешивать. Уничтожены. 18, сейчас нормально зайдет. Все, уничтожено. 59. Давайте вон туда за 38 вдогонку. Давайте в спину им дадим еще. Так, арта, перенаводись. Иди на перехват. Сюда, сюда. Этих сейчас с фланга зайдем. Этим давай в спину. Да, ну и тех выгоняй. Все, в принципе, наверное, все. А, еще лагерь, да?
захвачен северный склад. Все нормально? Это же вот этот. Так, у нас там еще кэп был, да, здесь? Ну, пусть рядом с пушками стоит. А то сейчас опять какая-нибудь зараза подкрадется, неизвестно откуда. Так. На пушке бежит. Так, Пау поддержит командора. Есть, тут началась паника. Тут паника. Есть, сдался. Выходит из воды, давай по нему. Так, сдался. Кто еще сдался? Вот эти сдались два, да? Так, а вот этот еще не сдается. Ну, сейчас мы с ним... Арта уже в его сторону же смотрит. Нет, не в его еще. Бегом. Уже все устали, никто уже не бегает. Давай, выйди здесь его встреть. Так, ну вот того осталось добить. Либо еще лагерь, да? А, сейчас пойдем разведаем. А, он еще два, кстати, даже. Ну давайте, вот этого. Вот этого с трех сторон, потом того. Слушайте, ну бегает прям быстро. Арта не успевает. А, ну это стрелки, понятно. Стрелки, понятно. Так, давайте возьмем вот этого. Пойдем посмотрим, что там за лагерь. Так, выходи, пока в бочину не словил. Ну они прям реально пешком по воде, да, ходят? А, таки по пояс. Давай. Так, ну... Отсюда они не стреляют, я так понимаю, из воды, поэтому вылазить надо и догонять тех двух. Это лоялисты тоже там, да? Давайте пушку свою тянуть. И Кэббелла. Огонь. Есть, уничтожен. Преследуем второго. Так, ага, вот этого еще недобитка поймать и посмотреть, что там в лагере. Но я думаю, что из лагеря уже все вылезли. Так, осваривается северный склад, это же... Вы можете закончить или продолжить? Ну давайте двух этих найдем и добьем. Я думаю, лишним не будет. Хотя тут уже кто-то отступает. Хотя я не уверен. Пойдем посмотрим. Просто на третьей скорости это сделаем сейчас в темпе. Вот они, я же говорю, что они тут еще. А, ну и все, да? Как раз и кончились патроны. Так, ну и вот тут еще, значит, да, где-то он остался. Давайте, бегом за ним. А корабль? Ну-ка, сейчас проверим. А корабль захватить можно? Или пушкой его потопить? Так. Ну, смотрите, пушка едет его атаковать однозначно. Да и люди могут на него бежать сейчас. Попробуем сейчас корабль захватить, что ли? Давайте посмотрим, получится. Так, нет, Арта, ты куда-то... Нет, стой. Ты уже что-то совсем упарываешься куда-то. Нет. Эти не могут. А... Так, отстрелять. Не хватает дальности, походу, да, до сюда. Морских. Где наши морские мужики? Остались еще живые. Раз, два. Все, что ли, да? Остальных прибили. Ну-ка, вот давайте попробуем вот этими. Может, они смогут. Так, припасики сейчас еще подгоним им, чтобы они пока едут. Подцепили припасов. Ну, пушка стреляет однозначно. Я успел увидеть. Да. Вторую тоже подгоним. Ну, сейчас мы либо корабль расфигачим им, либо... А люди-то есть на нем? 195. Ох, много людей-то. Ой-ой-ой, да, под борт-то...
ума палата. Уходи нафиг отсюда бегом. Вот оттуда становись. Ума палата, да, под борт корабля. Странно, что корабль не разворачивается бортом, дать по мне в ответку. Но... Так, ну, если сейчас эти высадятся в воду... Ну, в принципе, ладно, выясним механику. Это вообще теоретически, хотя так можно сделать или нельзя. Если нет, то значит будем сейчас их пушками долбать этот корабль, пока не уничтожим его. Да и все. Но я думаю, что вот эти морячки-то должны... А, нет, морячки тоже не смогли. Ну, будем топить его тогда, все, что тут думать. Притащим припасы только. Да и потопим его. На третьей скорости. А что у нас осталось из наших частей? Почти ничего. Командор остался. Только Мэтьюс не наш, разве? Почему-то он не в единичке. Все наша команда... А, ну вот еще. А, ну вот он и есть. Две. Было у нас четыре бригады наших командиров, нашей команды морской. Осталось две. Опять все, чтобы пехоту положили. Ну, говорю, эти маленькие бригадки разбегаются, как эти. Так, нет патронов. Сейчас, вот, сейчас привезут патроны на... Не хватает, конечно, масштабности битв. Вот эти маленькие бегают, как эти, туда-сюда, туда-сюда, по всей карте за ними носись. Они потом прячутся, вылазят. Как-то в целом, конечно, красивее все сделано, детальней там все однозначно, что игра стала глубже. Но вот эта вот тема морских сражений мне не очень интересна, а сухопутные как-то мелковато выглядят. Но оно и понятно, игра называется «Адмирал», она все-таки про море больше. Но у них есть совсем морская. Ultimate Admiral Dreadnought, там только корабли. То есть они сделали вот эту переходной частью такой между совсем морем и совсем сушей для тех, кому хочется и то, и то. Не думаю, что мне хочется и то, и то. Поэтому я выбрал сейчас сухопутную миссию, но и морскую тоже надо будет проходить дальше. Посмотрим. Пока как-то... Не знаю... Генералы нравятся больше. Лучше бы они генералы бы вторую часть сделали, взяли бы там какой-нибудь другой театр военных действий. Был Восток, да, значит, западный бы какой-нибудь взяли театр военных действий, взяли бы вот эту графику сухопутную туда, натянули все вот эти детали и... Так, а тут что можно выбрать еще? Снабжение орудий. А, ну это вагончик, все было уже. И просто получились бы генералы, которые... Ну, стали лучше, чем те, но при этом все еще были о том же самом. Ну, либо взяли бы, ладно, раз им уже так нужна война за независимость Америки, а взяли бы войну за независимость Америки, но только сухопутную. Хотя, конечно, сколько там, 25 тысяч бойцов с одной стороны было, да, 45 с другой. Как-то примерно так, ну, то есть... Тут, в принципе, битвы невозможны, такие как в генералах, там, где 100 тысяч при антитеме противник выставляет. То есть тут все, конечно, поскромнее. Повреждена помпа. А, ну и все, сейчас мы его утопим. Конец миссии. Но опять же, взяли бы другой какой-нибудь период, не знаю. Ну ладно. Все, сейчас он утонет. Затопление. Желтенькая полоска — это корпус, синие паруса. Красная — это броня по бортам. Вот мы пробили левый борт, и теперь, конечно, разносится корпус. Помпы уже у него нет, он больше не откачивается. Так что сейчас он утонет, так или иначе. Странно, что он стоит и тупит. Он мог развернуться, у него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У него 9 пушек с борта, а у меня, получается, тут 2 и тут 2. То есть он мог бы, когда я вот вылез сюда, протупил, так он дал залп, да и все. Чего ему сейчас-то мешает повернуться и дать залп? Странный чувак. Ну ладно, утопим его тогда, да и фиксим. Он даже парус повредили. А вот, кстати, а вот этой пушкой можно так нацелиться? Нет, это нельзя.
Удержание позиции. Вот здесь, да, первый ряд встает на колени, отряд остается в текущей формации в направлении, пока не будет атакован с тыла. Вот это не было темы. В генералах имеется в виду. Здесь я что-то ее не видел раньше. Может и была. Так, это что? Создать группу, да, о! Так. Пауза. Я не думал, что они ломанутся-то все. Я бы всю пехоту бы привел. Парни, бегом, еще пехота. Пехота едет еще. Вот зараза. Пауль, давай сюда. Я думал, он утонет себе спокойно. Так. Все. Так, значит. Незадача. Немножко я не подрасчитал. Пушку не трогайте. А этих давай сюда тащить. Арта, топи вот этого. Да нет, не ты, вот ты. Да, правильно, топи его. Они же сейчас вылезут еще тут 200 бойцов. Так, ну тех уже не успеем. Может, этих успеем сбить? Огонь. Так, ты уйди отсюда. Ты иди сюда. Вылезли? Что-то не вижу. Корабль утоп. Не очень, я понял. Лодки-то остались. А, ну вот, одну утопили. А, нет, ну пехота, походу, не вылезла. Ладно. Команда, не пехота, команда. И что, можно в лодку сесть теперь? Можно сесть в лодку и поплыть на утопленный корабль, да? И нафига? Не знаю. Ладно, давайте попробую топить вторую лодку еще. Пушки, бейте по ней. А, уходит. Далеко уходит она. А вот и пехота. Так, все-таки они высадились, ребята. Подходим. Держать их из леса будем. Все-таки они смогли. Артиллерию сюда тогда. Одну. Вторую. Просто их не видно тут, как обычно. С видимостью, конечно, доработали серьезно. Можно много кого не увидеть. И из-за этого все время куда-то ныкаются. Так, значит, их вы... Вот они ходят. Ну, кто видит? Стреляйте уже. Стреляй по ним. Можешь стрелять? Можешь. Ты стреляй. Они не могут вылезти на берег. Тут крутой берег очень. То есть они приплыли, типа высадили. А толку нету от этого. И стрелять они вверх не могут. Давайте свою бригаду подведем. Вкачаем экспу. Так, а где вторая наша бригада? А, ну вторая наша уже качает экспу. Давай, иди качать экспу на третьей скорости. Странно, что они лезли сюда на высадку. А, нет, смотрите, они отстреливаются. Они отстреливаются. А пушка может так близко подкрасться? Да, они все-таки отстреливаются. Давай второго лупи. Но мы их все равно прибьем, как бы они не отстреливались. Какая-то странная ситуация. Корабль, который не развернулся бортом по пушкам, с пушками долбануть. Эти чуваки, которые высадились куда-то... Как это посмотреть? А, ну все. Хотел повернуть, показать, что такой берег, на который вообще не вылез. То есть надо плыть было куда-нибудь туда, вон куда-нибудь, вон туда, далеко-далеко, чтобы их не догнали, не поймали. А они вот так вот вылезли. Странно. Так, 52 пушки у нас было. А, ну это мощность флота. Команда.
400 человек мы потеряли. Ё-моё. Мощь армии. Пехота. 2110. Уничтожили 1725. Три пушки. Взяли 145 пленных. Потери флота. Это вот 195, которые сидели на этом корабле. А это вот 418 наши, которые высадились к пехоте, к нашей, да? Лоялисты, лоялисты. Захвачено, захвачено. Уничтожено, уничтожено. Почему-то опять офицеров нету. Раненые. Вот сейчас я точно помню, что были раненые. И точно этих раненых не видать. Ни повышенных, никого не видать. Может, это еще не доделали? Трофеи. Давайте вот тут посмотрим. Потеряли, наверное, 360, да, а вернули 250. Это еще потери в этих, но плюс две пушечки. Стволов поубавилось у нас. И по именам были отряды. Вот где наши, например. Не очень как-то очевидно. Так, ну-ка флот уберем, врага уберем. Трехфутная филд. Полевая артиллерия набила 255. Молодец. Лоялисты, лоялисты, лоялисты. Это которых мы захватили. То есть, так, давайте флот тогда смотреть. Вот, наверное, наша команда, да? 230. Да, вот это наш транспортник. Сколько он набил, непонятно. Статус нет. Нет, это уничтожили. Статус урона, да? Вот наша команда, 69 осталось из 180, 30 из 180. То есть потери офигеть. Здесь потери офигеть. А сколько мы набили своими войсками, непонятно. Есть ли смысл вообще... Ну хотя, вот глядя вот на остатки, на вот эти 70-40, я думаю, без наших войск тут бы не победить. Но хотел бы знать, сколько конкретно наших набили. Ладно, посмотрим. Посмотрим итоги миссии. Сколько наград там, 7000 что ли? Просто эта пехота не окупается. Совсем не окупается. Нет, команда полностью уничтожена, смотрите, недостаточно, недостаточно, не полностью, просто недостаточно. Офицер пропал наш, Эрлстон, недостаточно войск, здесь мало, офицера нету, эти получили звездочку. Так, а результат миссии-то можно увидеть? Вот, шторм на реке Челси. Сконцентрировав силы вдоль реки Челси, близ Бостона, континентальные войска предприняли неожиданную атаку на британских морских пехотинцев и их местных сторонников. Ополченцы оказались хорошими бойцами. Фермы на острове Нодл могут и впредь поддерживать наши военные усилия, снабжая нашу армию жизненно важными ресурсами. Награды 7300, 1 очко карьеры, плюс 3 очка репутации. Так, ну следующая миссия морская. Ее я точно оставлю на потом. Давайте вот тут все-таки досмотрим. Звездочку, да, дадим. О, ну тут такие же иконки даже, смотрите. Вот эту тогда. Выносливость, эффективность, да? Морафик, да, вот эту. Тут понятно. А тут уже две звездочки можно получить. Но они обе отвалятся. Первая уже была даже. И вот, смотрите, стрелки. Оружейный курс. Это все тоже из первой... Из первой части, хотел сказать. Не из первой части, это... смотрите, можно выбрать вторую, пропустив первую. Это все из генералов. Но они же сейчас размоют опыт свой. Где, кстати, полоска опыта? Нет, не размоют опыт. Серьезно? Это странно. Давайте дадим им офицера. Так, ну не кадета уже, давайте.
особо выбирать-то нечего. У кадета тогда опять. Что делать? А что красненькое? Фузильеры, костяк вашей армии. Нет, это не оно. А, ну это то, что она не добрана до нужного размера. Так, ну давайте тут 160 сделаем, а опытных сделаем тогда побольше. А что, совсем кончилось оружие? Ну вот же, на складу полно стало. Может быть, и нету смысла делать две. Может быть, стоит просто набить одну полную, сколько 300 бойцов влезет туда, и хорош. Я не знаю даже. В том случае, но это... Так. Ага. Из резерва. Из резерва мы заберем сколько? 120 бойцов. И это нам обойдется в разы дешевле тогда. Звезды не отваливаются, опыт не понижается. Причем, смотрите, из резерва-то бойцы сильно половчее будут, при том, что сильно дешевле. Ну, давайте. 370, да, может вести бригаду. Потому что эти маленькие юниты какие-то, говорю, они какие-то дохлые совсем, не нравятся. Наверное, надо будет в одну все это согнать. А я могу вот этого на второй корабль просто выкинуть потом. Да и все. Тут офицер остался, да? Кадет тоже. И тут. А, вот младший лейтенант. Так давайте младшего лейтенанта пересадим вот сюда. А куда он пропал? А, он... Он без этой. Ладно, пусть будет без этой. Нет, я его не снял просто. Так, что-то... Не так что-то работает, как я ожидал. Так, давай, кадета. Все, а здесь... Снять кадета. Назначить. Его здесь нету, да? Что творится-то? Так. Младший лейтенант. Уйди, младший лейтенант. Все, вот он появился. Значит, назначить. Кадета. А, применить же, ёкова мане. Лишний клик надо сделать. Все. Снять. Назначить. Применить. Вот как. В генералах нажал на офицера. Все, офицер поменял. Здесь еще кнопку применить надо зачем-то. Все, вот теперь у нас тут собирается уже неплохая бригадка. Опытная, с неплохим оружием. Так, и у кадета еще там какая-то повышение какое-то светится. У кадета, у младшего лейтенанта. Вон. К нему-то как подобраться теперь? Ой. Капитан. Ну, капитан, понятно. Ладно, все, нафиг. Нафиг это баловство. Баловство все. Здесь давайте доберем. 1000, да? А все, резерва нету, да? Больше нельзя. Нет, можно чуть-чуть. Только почему теперь он дороже становится в два раза. А вот тут размывается опыт, пропадает звездочка. Ой, тут вообще команду всю разнесли. Ой, не хватает оружия. Что у нас тут морское есть? 90. Ну вот этот есть. Так, офицера. Мичман. Кто старше, младший лейтенант или мичман? Старшины, мичманы, прапорщики. А, я думаю, мичман младше. Значит, нужен лейтенант. Тогда сюда одноглазый. А сюда мичмана одноглазый. Вот близнецы-братья, смотрите, получились. Один что-то желтенький, а другой что-то не желтенький. Так, применить. Все, этот готов.
Это я, да? Значит, мне тоже нужен в помощь. Так, а я кто? Командер, да? Давай тогда младшего лейтенанта. 600, ё-моё. Да, вот такого. Тут морские. Командер. Командер. Зачем два командера? Ну-ка, давай-ка младшего лейтенанта. Нету больше. Давай мичмана тогда. Так, здесь. А здесь тогда снять, а назначить командера. Все. Командеры, командеры. Тут у нас капитан. Тут командир тоже. Тут капитан. Все. Теперь у нас нормально. Офицеры стоят все. Точно будет хорошо и захватывать. Никакие у нас не сухопутные. Все. Спасибо за комментарий. Тут я как раз теперь с офицерами подразобрался. А вот единственное, я смотрю полосочку с экспой. Она поднимается и появляется повышение. Тут не появилось. Вот здесь я где-то видел. У вот этого, да? Или это она еще не заполнилась тоже? Нет, нет у офицеров никакой отдельной прокачки. Ну и ладно. Так, что еще надо сделать? Надо еще распределить одно очко карьеры. И я буду ставить его на побочку сейчас тоже. Потому что с побочек пока денег выпадает больше. Хотя в комментариях писали, что дальше можно будет из обычных миссий по 100 тысяч получать. Но до них еще дойти надо. Вот. Поэтому потрачу это очко тоже на удачу. У нас 4 будет в этой главе побочных миссий. Так что оно нам пригодится. Что еще можно сделать? Еще у нас есть пара трофейных кораблей. 18 пушек. Цена покупки 10. Цена продажи 5. Двенашку можно продать за 3, получить 12 очков и выкупить брик 7 ранга. Но есть еще и технологии, которыми я особо не занимался. А у нас ведь целых 9 очков. Потому что кораблей вроде нам пока хватает. Вот что-нибудь с пехотой бы. Так, пополнять запасы воинских частей на местах. О, смотрите, какая красота. Вагоны. У нас их нету в принципе, оказывается. То есть вот этот вагончик, который появился, это не наш. Это просто был вагончик. А у наших своих-то нету вагончиков. Вот почему не было вагончиков. Однозначно важный момент. Так. Давайте возьмем вагончики. Хотя сейчас у нас не будет. У нас сейчас морская будет битва. Тогда пока не надо, но в следующий раз имеет смысл. Испанское оружие. Французское оружие. Прусское. Британское. Так, военные пушки. Производство пушек наладим. Абордаж. Абордаж мне часто нужен. Двойной заряд. Дальность увеличивает. Ну, дальше все по кораблям. Так, а здесь кентуккийская винтовка. Большая дистанция при наступающих войсках противника. Надежность, дальность. Так, ну это самая крутая винтовка. Стоит на 2500. Пока опять не нужно, потому что у нас морская миссия. Для моря. С морем и так пока получается нормально. Поэтому тоже нету смысла пока упарываться с технологиями. Побережем очки. Значит, в Адмиралтействе давайте посмотрим, что появилось. Они же там собирались что-то строить. Так, торговый, торговый, торговый. Кутер без ранга, 12 пушек, 12. Ну, нифига они не построили, у нас уже есть свои на 22 пушки.
Так, офицеры. О, смотрите, теперь понятно, когда он выйдет. Видите, две главы там или сколько. Какое-то два отрезка времени. То есть, когда-нибудь он вернется. Генерал был непонятно, когда они вернутся. Раненые офицеры. Морское вооружение пусто. Попутное вооружение кузия и мушкет. Так, как отсюда-то отменить? Я не хочу его брать. Ой. И продавать его пока не хочу. Все, вот так вот давайте переключим. Все. Так, а пушки тоже не поменять. 10, 16, даже 26, даже не 22, а 26 пушечных на нас корабли. Ну, я думаю, пока достаточно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. И пока.